тяжелый развод не повлиял на гастрольный график 56-летней Лолиты Милявской. Сегодня певица находится в Костроме. Коллектив поп-звезды организовал для нее веселый праздник. Друзья и коллеги Лолиты делают все, чтобы не дать певице впасть в депрессию из-за тяжелого развода. Она и сама старается не отчаиваться. Звезда не стала откладывать гастроли и уже выступила в Санкт-Петербурге, Владимире Иваново. Сегодня ночью Лолита со своей командой приехала в Кострому. Милявская опубликовала видео, в котором показала свой гостиничный номер и членов своей команды с бокалами вина. Певица и ее друзья накрыли стол, чтобы отметить сразу два дня рождения. 14 ноября Лолите исполнилось 56 лет, однако отпраздновать с коллективом она не успела. А сегодня именинницей стала стилист артистки Инна. Это она ответственна за мое лицо. Это она красит меня в прямых эфирах. Это она сейчас употребляет спиртное. Детям не смотреть. Пошутила Милявская. Лолита добавила, что хочет поблагодарить членов своей команды за многолетнюю любовь и за дорогой подарок, статуэтку 17 века. Счастливый день в Костроме. Ночью приехали из Иваново. Вот мы и объединяем два дня рождения. Из-за плотного гастрольного графика именно с коллективом не успела посидеть. Наверстаем, написала в Инстаграм звезда. Пока артистка гастролирует, ее муж-изменщик рассказал на телешоу об их интимной жизни. Ранее Дмитрий Иванов обвинил звезду в том, что она взломала его почту. Милявская иронично реагирует на выпады мужа.